Закан? Видите, видите. Вот. Теперь опять на руки вверху. Кисти, руки вверху. Подели. Магота. О. Захват за руку и тут руку. Магота. У. Подели. Магота. О. Захват за руку и тут руку. Магота. Видите, стали. Раз. Рука. Видите? Переход. Раз. Захват. Видите, как сутул, видите, сутул, видите, блок? Только это хватает, а эта рука готовится. Поворачивайте, руку тянете здесь, видите, встали. И раз, захват за руку, видите, и потянули. Ну, это можно. Раз, захват за руку, видите, и потянули. Ну, это можно. Вот так, вас схватили с кимоно, макота. То же самое, раз, захват, и потянули, макота. То же самое. Раз, захват. И потянули. Макота. Видите? Только две руки, а можно захват за кимоно. Вот две руки взяли, схватили. Одну руку взяли. Вот так вот. Это освободили. И даете возможность, он на меня идти. Я ему даю, и сюда его сюда давлю. Макота? Попробуй сделать. То есть вы должны как бы понимать, что вы делаете. Если вы делаете назад, то видите, как вы не получаете. Если у вас нет хороших применений, ничего толком не получаете. Если вы хорошо стойки, то видите, хорошо получается. А мы это все делаем специально спокойно. Вот вы делаете, а как применить на жизни, не получается. Магота? А вы должны об этом думать. И тренеры должны об этом думать. Потому что мы сейчас идем и учим детей от техники. Я когда начинал заниматься карате, я шел от прикладного. Как бить, как защититься. Макота? И вы должны понимать, что эта техника идет оттуда. Как бить, как защититься. Это боевая техника, самая оборона. И поэтому что это должно иметь в этом смысле. Макота? Фудач! Мини-сан-чин-дач!